Наконец-то можно вздохнуть свободно, делится радостью Любовь Рафикова. Нелегальных киосков и пивных ларьков в поселке Мехзавод почти не осталось. Но не вернется ли незаконная торговля, волнуются жители. На протяжении вот 2 лет ко мне жители ходили 4-го квартала и 2-го квартала по сносу этих незаконных киосков. Вот в 2011 году все киоски убрали. Боимся, что на этом месте могут опять возникнуть. Как весной облагородят пустыри под бывшими ларьками? Актуальный вопрос активисты Красноглинского района задали главе города. Ну, вы очень важную тему поднимаете, потому что мы с коллегами, с руководителем департамента потребительского рынка и благоустройства, с главами районов определяли вместе задачи. Убирается киоск, давайте сразу территорию приведем в порядок, иначе неизбежно там что-то будет появляться. Это вопрос правильный и справедливый. Актив района волнует судьба 3 ярмарок. В поселке Береза, Мехзавод и Управленческий. Они не попали в список городских ярмарок, но жители за сохранение мини-рынков. Очень важно, чтобы при принятии таких решений мы с жильцами посоветовались. Мы не против бизнеса, вы поймите, да? Если людям удобно, комфортно, содержатся должным образом, пусть работают и слава богу. Внешний вид и санитарное состояние торговых точек приведут в порядок. Марина Кравцова, Валерий Шаронин, ГИС «События».